Йога для стройности тела. Похудеть с помощью йоги значит не только изменить свой внешний вид к лучшему, но и укрепить здоровье. Эти эффективные позы не отнимут много времени, но дадут тебе возможность прекрасно укрепить мышцы и сделать тело стройным. Поза «Баланс». Исходное положение. Поставь ноги вместе, руки направь в стороны. Сделай шаг вперед правой ногой, руки подними над головой. Пальцы рук должны быть переплетены. Указательные пальцы показывают вверх. Одновременно наклонись и подними левую ногу так, чтобы она была на одной линии с туловищем. Оставайся в этом положении 15-20 секунд. Вернись в исходное положение, поменяй опорную ногу и повтори позу баланса. Поза планка. Исходное положение. Стопы и руки на ширине плеч. Все тело вытянуто по наклонной прямой от пяток до макушки. Упираясь в пол основаниями ладоней, разверни локтевые суставы вперед и, прижимая локти к корпусу, опустись ниже, так, чтобы тело расположилось на четырех опорных точках параллельно полу. Задержись в этой позе с ровным дыханием, сколько возможно, со временем увеличивая длительность выполнения. Поза «Невидимый стул». Исходное положение. Поставь ноги на ширине плеч, руки в стороны. Присядь, пока бедра не будут параллельны полу. Руки вытяни вверх. Задержись в таком положении 30 секунд и вернись в исходное положение. Встань на носочки. Колени держи согнутыми под углом в 90 градусов. Руки вытяни вперед на уровне плеч. Ты должен сидеть на невидимом стуле в течение 30 секунд. Вернись в исходное положение и повтори последовательность. Поза «Треугольник». Исходное положение. Поставь ноги чуть шире плеч. Пальцы правой ноги должны быть повернуты на 90 градусов, а левой – на 45. Руки поставь в стороны на уровне плеч, ладонями вниз. Перенеси вес тела на правую ногу и согни правое колено на 90 градусов. Дотянись правой рукой до пола, а левой тянись вверх к потолку. Посмотри в потолок и задержись в такой позе на 20 секунд. Вернись в исходное положение, поменяй опорную ногу и повтори. Поза «Саранча». Исходное положение. Ляг на живот. Руки расправь в стороны, ладонями вверх. Ноги вытяни. Подними грудь и руки от пола. Ягодицы сожми. Приподними над полом бедра, слегка сгибая колени. Задержись в таком положении на 10 секунд и вернись в исходное положение. Отдохни несколько секунд и повтори упражнение. Выполняя этот комплекс каждый день, ты сможешь улучшить не только свое тело, но и самочувствие. Будь в форме!
Мелкие бытовые проблемы часто доставляют неудобства и портят настроение. Чтобы вы смогли этого избежать, мы приготовили для вас очередную порцию лайфхаков, способных облегчить вашу жизнь. Если молния на любимых брюках расстегивается в самые неподходящие моменты, попробуйте обработать ее лаком для волос. Дождитесь высыхания и готово! Некоторые цветы, например, сирень, обычно недолго радуют своей свежестью, когда оказываются в вазе. На этот случай у нас есть решение. Добавьте в воду несколько чайных ложек сахарного песка. Так цветы простоят дольше. Если ваша домашняя библиотека пустеет, а вы не помните, кому одолжили книги, воспользуйтесь следующим советом. Перед тем, как дать кому-нибудь почитать книгу, сфотографируйте ее на телефон вместе с человеком, который ее забирает. Так, при необходимости, вы всегда сможете попросить вернуть книгу. Чтобы почистить клавиатуру ноутбука, вам необходимо выключить его, а затем пройтись по клавишам жесткой строительной кистью. В завершении протрите клавиатуру ватным диском, немного смоченным спиртом. Для того, чтобы в крупах на кухне не заводились жучки, положите в шкафчике очищенные зубчики чеснока. Это отпугнет насекомых и сохранит крупы. Если вас беспокоит неприятный запах из холодильника, поставьте внутрь емкость с небольшим количеством соды. Она отлично поглощает запахи. Кроме того, раствор соды также можно использовать для мытья холодильника. С приходом теплой погоды появляется проблема неприятного запаха из обуви. Победить его способна обычная пищевая сода. Однако есть еще один лайфхак. Высушите обувь, если она влажная. Заверните в пакет и положите в морозильную камеру на несколько часов. Низкая температура убьет микробы, а заодно и неприятный запах. Надеемся, что наши советы помогут вам сэкономить время и потратить его с пользой. Бёрпи – это лучшее упражнение для всего тела. Оно включает в работу все мышцы, мгновенно поднимает пульс и позволяет сжечь огромное количество калорий. На одно бёрпи затрачивается примерно 1500 килокалорий. Предлагаем вам три уровня сложности этого упражнения. Первый уровень – начальный. Быстрым шагом, без прыжка, примите положение планки. Контролируйте поясницу и положение ладоней под плечевыми суставами. Опустите колени на пол и выполните отжимания, сгибая локти назад. При этом тело от колен до макушки должно представлять собой ровную линию. Выполните шаг стопами к ладоням и сделайте прыжок вверх. Второй уровень – средний. С помощью прыжка примите положение планки. Контролируйте поясницу и положение ладоней под плечевыми суставами. Сгибая локти назад, касайтесь грудью пола. При этом ваше тело – ровная линия, от пяток до макушки. Опирайтесь на колени перед подъемом. Прыжком перенесите стопы к ладоням и выполните еще один прыжок вверх. Третий уровень – профи. С помощью прыжка примите положение планки. Контролируйте поясницу и положение ладоней под плечевыми суставами. Сгибая локти назад, касайтесь грудью пола. Ваше тело должно представлять собой ровную линию от пяток до макушки. Поднимите себя вверх, разгибая локти, но не провисая в плечевых суставах. И прыжком перенесите стопы к ладоням. Затем выпрыгните вверх, максимально подтягивая колени к груди. Начните выполнять по 10 бёрпи в день и постепенно увеличивайте их количество.
Также экспериментируйте с уровнем сложности. После выполнения этого упражнения ваш метаболизм будет работать намного активнее в течение всего дня. Делайте бёрпи и будьте в форме! Всем привет, меня зовут Сергей. Сегодня мы приготовим куриные наггетсы по диете Дюкана и салат с яблоками и сельдереем. Подготовим курицу. Говоря о пользе куриной грудки, важно сказать, что в среднем 100-граммовый кусочек филе содержит 23 грамма белка, 2 грамма углеводов и 1 грамм жира, и всего 113 килокалорий. Поэтому это идеальный продукт для спортсменов и людей, придерживающих низкоуглеводной диеты и здорового питания. Сейчас мы курице добавим йогурт и специи по вкусу. Оставляем курицу промариноваться на 30 минут и займемся панировкой. А сейчас смешаем измельченные отруби с сыром. Наша панировка уже готова, курица маринуется, а пока займемся салатом. Почистим и измельчим сельдерей, яблоки, грецкий орех. Варили курицу, а сейчас нарежем ее на мелкие кусочки. Добавим пару ложек йогурта и специи по вкусу. Наш салат готов. А сейчас вернемся к наггетсам. Возьмем куриное филе и обмакнем в панировку. Отправим наши наггетсы в разогретую духовку до 180 градусов на полчаса. Как только кусочки курицы приобретут золотистый оттенок, выложите их на тарелку и подавайте немедленно. Наш здоровый салат и наггетсы готовы. Вкусно получилось.